И всем привет, ребята, с вами Лысый Пётр. И угадайте, кто? Никто. Дед в пальто. Так, короче, мы какую-то... И Лысый Пётр с пистолетом. Игру, короче, какую-то мы тут... Тупую какую-то. Я не знаю, что вообще за игра. Вилл лучше было. Ну, видимо, что-то не устанавливается. Да, блин. Так, мы тут... Не знаю, что тут вообще. Мы еле-еле, блин, запустили. Ага. О! Открылось. Мы заходим. Пошли в рай. Не в ад. Чё, нифига нет. Ну в ад пошли. Зачем нам там двери, если куда? Дверь ни в куда. Может, это дверь в страну летсплеев. Как ты? Эй, чё, мой чувак так медленно? Блин. Так, что у нас такое? Фигня какая-то. И что мне с этим поделать? Что делать? Блин, о! Мы ничего не знаем. Сейчас буду зайти. Блин, что делать? Это что, симулятор открывания двери? Как весело. Я этим буду всю жизнь заниматься. Придурок. Открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Можно еще... Это, наверное, самая лучшая игра моей жизни. Можно подойти к двери, открыть ее. Вы только посмотрите, как классно она открывается. Можно подойти сюда и закрыть ее. Чудесно! Можно открыть ее с этой стороны. Можно зайти сюда и ее закрыть. А потом можно обойти, встать здесь, понюхать стенку, отойти и опять открыть. Как много разнообразия. Можете купить ее, она стоит там 20 миллионов, но это... Этого стоит! Это стоит. Ладно, мне уже не... Что? Что здесь делать надо? О, я мог бегать. Так, а, может кольцо надо взять, блин? Я что, лоханул себя, да? Да? О! Все, побежали двери. Значит, это не двери симулятор. Ой, блин, не симулятор, а двери. Пробуем. Хоть. Что? Ребята, все. Кто попали? Это уже не смешно. Мы что, попали в рай Слендера? Может здесь будет Слендер в таком... Как это Слендер? Уже забыл. Ну, Слендер такой чувачок. Высокий, очень, у него там нет лица, белое все лицо и в черном костюмчике. Все, вспомнила, мы смотрели еще видео. Да. Да, от одного чувачка, но мы его не будем говорить, что за чувачок, чтоб не рекламировать его. Ну, мы его и сами. Ну, мы можем дать вам подсказку. Его ник начинается на букву Н. И что, бежать, да? Может, куда-то прибежим когда-нибудь. О! Фух, немножко испугался. Это шо? Это кубик. По сути, это хоррор. Ну, что-то пока что страшно ничего нету. Блин, трава пропала. О, так это домик. Вот он квадратный очень. Мы шо, в майн попали? Камен. О, кладбище. Камен, наша штука майн. Знаешь, что такое майн? Это что, любимая мика? Майнкрафт. Кстати, скоро... Да, очень скоро. Да, что попробуй. Нет, скоро, прискоро. Скоро, прискоро будет камера снимать Майнкрафт. Вот и сказал. Когда что попробуй? Скоро. Когда-то. Скоро. Ну, что там? Один как курьер. Что ты сказал, гуляка? Я никогда не курил. И не буду. 4 годика. Чё? Да, что? Так. Что делать? Что здесь делать? Как там? Чё везде туман? Там офис. Офис?
Не похоже на офис. Я посмотрю окна. Блин, что дверь не открывается? Странно. Я хочу войти туда. Смотрим здесь. Блин, упала. Надеюсь, нам бабка не видит по лбу не дадут, чтобы его смотреть. Ладно, пошли. Может, судьи, вы их не можете. О, еще один домик. О, открылся. Видит туман, давай за собой дверь закроем. Сидим, чатся. Кто-то мне уже больше нравится. Ух ты, блин, туман пропал. Класс. Классная птичка в лесу. Ух ты, блин, туман пропал. Что такое? Присесть можно. Ну что взяли? Давай по гавчику. Чё? Это что за жирок? Можно, можно приседать. Мне нравится. Мне уже нравится эта игра. А у нас на улице собака. Да. Смотри, свечки. У кого-то был романтический вечер. Скажи, да, или свет. Или свет выключили. И они свечки зажили. Ну, может быть, свечки что? О, холодильник. You gotta stop this. You know she's not real. It's all in your head. Чё там было? Запускается. Люди, мне страшно. Слушайте. О, это ритм. Ладно. Слушайте, тихо. Не едят тебя. Что стучится? Чтобы понять по-английски, прочитать. Do not... О, давай, читай. Do not be followed and... Что за звук? Слышишь это? Я не хочу. Да, выйдем. Что за звук? Взял никак поджечь. Ладно, вот идем. Тут вообще не хочу. Да. Закрыто. Надо найти, потому что тут на помощь просто. Так, да я походим поищем. Так, наверное, может там пропустить. На что свечку взял вообще? Может как там можно, только я туплю. Может там кого-то насилие. О, я нашел один из восьми. А это почти восьмичку. О! Я зажал. Нет, я... Я зажал. Ну да, я же колесико покрутил, как и зажглась. Еще куда-то немножко. Я вот так колесико покрутил, по-настоящему, как бы зажигал, как зажигался. И зажглась. Классно, дело. Все, какую-то фигню взял. Потому что может. О, записка. Записка, читай. Sorry. I am sorry. I had to. Yes, today it. Закрыл. Ну, простите там. Ну, короче, понял. Ну, в этот момент. Короче, кто понимает по-английски, напишет комментарий, чтобы было написано. Да. О, я не очень понимаю. Блин, ну что-то как-то... У меня семестровая, семестровая. Что-то у меня как-то... Вот у меня семестровая. А у Деньки 6. Тут что у нас? У тебя 6 или 5 танцев? Я не знаю. Ай! Тихо, тихо, блин, ко мне мы ищем. Тут все можно открывать, все искать. Там ничего. Чего ты рожок? Вот еще одно спускай. Камера, не отвлекайся, мы же играем. О, еще одну нашел. Ты играешь. Ну, а ты комментируй. Ты мой Google-переводчик. Давай, камера, говори как Google-переводчик. Всем привет. Не, как он там говорит Google-переводчик? Ну, как Google-переводчик говорит. Ты знаешь?
My name is Camille. Нет, Google переводчик говорит так. Али... Чёрт, дверь закрыта. А где выйти отсюда? Нет, он говорит, пока... Привет, я Цинцин, как-то так говорит, такой типа. У меня такой голос ещё. А сыбит за ванкалок, цыбакал, цыбакал, халсхала. Привет, меня зовут... Нет, он не заикается, он так... Он говорит как-то. Привет, меня зовут Google переводчик. Он так говорит, да. Привет, меня зовут Google переводчик. Я вам все буду переводить. Я буду ваш переводчик. А давай как нам будет звать, как этот какой-то там, не знаю, чувак, как, с ним что-то такое случилось, что он начал почти нервничать. Типа, да быстрее, надо что сделать, давай, давай, нажми на кнопку, давай, побежал, побежал, быстро, давай, давай, быстрее, ищи, дверь открой, открой дверь, скотина, блин, давай, что это? Картина. Странно. Да не то, что странно, я не знаю, что здесь делать надо. А зачем я, мне вижу, там кто-то в лесу, наверное, будет, и что они за всех заколочиваются? Что-то сейчас искать надо. Ключ. Ключ. Ну, может, вот, нашел. А может из этих фантиков мы как раз соберем ключ? Ну, может быть, но я вот рек. Надо смотреть внимательно. Вот там я один нашел. Еще я вроде бы еще где-то нашел. Так. Надо внимательно, внимательно. Так, ничего. За картинку ничего. За телеком. Ничего просить у меня насморк. Тут ничего. Ничего. Это странно вообще. Да, это очень странно. Меня уже Google пугает. Ты мне вот что, лягушку съела? Это ты тоже так делаешь, как ты свой. Ну я ж не на видеозапись. О, что это было? Мы в холодильнике трава, вроде бы было. Да, реально, потом на запись посмотришь. Сейчас вот приду. Реально тут трава у нас была. Потом посмотришь, если не веришь. А пугать нельзя? Да если кто не будет ругаться, что мы лазим у них в домик и ищем. Здесь ничего. Блин, надо что-то... Что-то заброшенный дом. Конечно, блин. О, нет, может сюда можно? Конечно. А, я вроде бы открыл. Пойдем так, так. И вот так. Нет? Ух, не фу. Ты видел? Смотри. Там что-то стоишь. Ну да, подлетаем. Странно очень что, да? Че? Надо поймать сюда. Только тут что-то не открывается. Фу, блин. Птица вот спрыгнула. Птица это кошка моя. Птицочка, ты меня испугала. Ладно, ребята, мы не знаем, что здесь делать, так что надо на бунт прощаться. Лайфка нам нужно. Все, давай. Мы найдем обязательно подходящую. Да, всем пока. С вами был Лысый Петр. И Камила. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки и комментируйте. Посмотрите на этого чудесного мишку и всем... Кстати, заходите на Камиловую страницу. Пока.